После перерыва игра перевернулась, во многом благодаря вышедшему на замену Сергею Дмитриеву. В течение первых 7 минут второго тайма он создал 2 голевых момента, один из которых воплотился в гол. Вот этот момент. Дмитриев совершает рывок, откликаясь на длинную передачу из глубины поля и одним касанием обработав мяч, открывает счет. Глядя на эту комбинацию, понимаешь, насколько все отработано. Длинный пас вперед, где уже есть игрок, вступающий в борьбу, и есть тот, кто на выигранный мяч набегает. А исполнением можно просто наслаждаться. Желудков, кстати, персонально от Садырина после этой игры получил...